В Мариэл продолжается реализация проекта по созданию системы распознания марийской речи. Для площадки Common Voice на данный момент готово около 200 часов записей. Их сбором и обработкой занимается научный сотрудник Марийского научно-исследовательского института Андрей Чемышев со своей командой. В озвучивании предложений на марийском языке задействованы более 300 человек. К концу года куратор проекта надеется набрать до 1000 волонтеров и собрать еще 100 часов записей. Итак, предложение за предложением за год Надежда Тимофеева проверила более 100 тысяч записей. Бракованные, не соответствующие отрывкам из текстов фразы, не принимаются. Надежда советует участникам проекта придерживаться нескольких простых правил. Чтобы не было никаких шума во время записи, чтобы проговаривали каждое слово и не дополняли от себя ничего лишнего. И придерживаясь этих простых правил, их голоса будут учтены и использованы практично для наших дальнейших целей. Проект по распознаванию марийской речи запустили год назад. Сейчас собраны 2/3 из запланированных 300 записей. В создании основы для будущих речевых технологий участвуют более 300 человек. Но число волонтеров еще увеличится. Чем больше голосов, тем проще будет системе распознавать речь. Куратор проекта Андрей Чемышев надеется собрать необходимые исходные данные и создать распознаватель марийской речи до конца этого года. И чтобы работа шла в ускоренном режиме, к начитке предложили планируют привлечь студентов и школьников. Этот проект прежде всего рассчитан для молодого поколения. Если у нас детские голоса, голоса школьников не будут распознаваться, то есть этот проект у нас как бы считается, ну, не сделан, да? Поэтому для нас важно, чтобы были голоса молодых. Распознаватели речи являются и синтезаторы, да? Речевые технологии являются необходимым элементом таких как голосовых помощников, система автоматического перевода аудио-видео контента и так далее. Можно, например, делать автоматический синхронный переводчик на любой язык. Напомню, Common Voice – это площадка для сбора голосов. Впоследствии она станет основой для создания бесплатной базы данных и облегчит внедрение марийского языка, как лугового, так и горномарийского наречия в интернет. Главное преимущество проекта в том, что он научит искусственный интеллект понимать марийскую речь на слух и, что немаловажно, сможет переводить аудио и видеоматериалы в текст. Андрей Чемышев напоминает, что внести вклад в развитие родного языка может каждый, а самых активных волонтеров организаторы отмечают призами. Для того, чтобы стать частью команды по популяризации родного языка, необходимо зайти на сайт commonvoice.mozilla.org, прочитать предложенные выражения, проверить их и сохранить результат на сервере. Полную информацию о проекте можно найти на странице ВКонтакте «Юг технологий».